Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале «В гостях у Елены». Сегодня для вас будет один день из моей жизни. Зимний влог. И перед началом, конечно, хочу вам кое-что объяснить. Сегодня я буду готовить три блюда. Это обед и ужин. Но там уж каждый решает для себя, когда это блюдо кушать. Это будут у меня щи. Это будет тушеная рыбка, да, под овощами. И это будет лапша с индейкой, с грибами. Итак, способ нарезки. Хочу немножечко рассказать, как я думаю, как я делаю. Способ нарезки может быть разный, безусловно. Но надо помнить о том, что все, что мы нарезаем в суп, нужно нарезать таким способом нарезки, чтобы все это помещалось в ложку. Да, логично. А если это второе блюдо, значит, все должно уместиться в вилке, чтобы вам было удобно взять. И плюс, конечно же, это должно быть красиво. Мельчить продукты ни в коем случае нельзя. То или иной рецепт получится у вас сочный. Сочнее будут овощи, которые крупные, да, крупные нарезки. Но это касается любого блюда. Вы меня понимаете. Ведь мы едим, во-первых, глазами. Значит, должно быть красиво. Во-вторых, должно, да, уместиться, как я уже сказала. А в-третьих, должно быть вкусно. Во-вторых, должно быть удобно, скажу так. А в-третьих, вкусно. Да? Красиво, удобно, вкусно. Вот так меня учили готовить блюда. Сейчас поставлю камеру. И, как обычно, да, в последних видео я готовила, буду для вас готовить. Thank you.
Thank you.
Итак, дорогие друзья, я вам показала, как я готовлю треску на овощной подушке. Она буквально тает во рту. Посмотрите на морковь и лук, как они подружились. Они тоже сделался такой цвет, прям запекся, очень вкусно, нежно. И посмотрите на фетучини. Какие же они красивые, какие они вкусные. Попробуйте, дорогие друзья, здоровую пищу. Это цельнозерновые, да, макаронные изделия. И посмотрите, какая вкуснятина получилась, да. Стейк, индейки и овощи, грибы. Это так вкусно, дорогие друзья. Я очень рада поделиться с вами рецептами, которые готовлю я. Суп, вернее, не суп, а щи у меня были. Артём уже скушал, он очень довольный и поехал на работу. Вот, как вкусно можно готовить и разнообразно. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я хочу попрощаться с вами, пожелать вам всех благ, поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть все у вас спорится и ладится, пусть будет мир на душе, пусть будет здоровье, и пусть на вашем столе никогда не заканчивается хлебушек и дохлебушка. До новых встреч на канале «В гостях у Елены».